Мы с тобой, червь, рядом. Чтобы активировать щит, нужно поставить лайк за 3 секунды. Ставь лайк, если ты про, а с тобой Насик, бро. Кусики, кусочки, с тобой Фласочка. И вот, короче, в этом видосе мы находимся на скайблоке. Видишь, Фласочка? Это значит, что мы на острове ограниченном, где есть всего чуточка ресурсов. А также, это не простой скайблок. Это видео вообще посвящается мостовому червячку, которого давно не было на канале. Вот. И мы будем его крафтить. Норм? Да, очень круто. Вообще, как тебе монстр мостового червя? Ну, такой, вполне себе персонажик такой. Страшный? Характера. Да, я упала. Вот, короче, смотри, там есть 3 вида. Давай, быстрее оживляйся. Ой, это где? Фласочка? Ой. А, все, тебе не дать телепатить. Вот, смотри, ты видишь вообще этих червячков? А, да, вижу. Вот, самый левый — это призрачный мостовой червь. Для него нужна звезда ада, а это очень звезда из ада. Звезда из ада. Ну ты поняла. Вот. Звезда из ада. Вот. Давай следующий. Есть призрачный мостовой червь, простой злой мостовой червь и скрытый, то есть у которого закрыта его шкурка и не открывается, то есть он не будет нас атаковать. А он няшка. Да, он добренький, кстати, ну то есть он выглядит даже по-доброму, такой уставший червь, заманали его все, он такой сидит, отвалите. Оставьте меня одного. А на деле-то под этой рожицей скрывается вот эта вот козлина злая, которая орёт вот так вот. Вот это стрёмно. Короче, Фласочка, у нас такое задание, нам надо сейчас туда перебраться. Для этого вообще нам надо, смотри, взять обсидиан у нас есть. Также, нам надо сделать бесконечный источник этого. Кого? Да? Ой, точнее, булыжника. Булыжник? Да, смотри, как его делают. У нас есть, значит, ведро лавы. Мы делаем вот такую вот штуку, смотри, копаем здесь 3 блока вниз. Ну. Упс, большие шоколадки. Технические шоколадки. У нас тут никак не сделать это. Поэтому сначала давай добудем дерево еще, Фласочка, сразу. Давай быстрее добываем. Но надо сваливать с этого острова как можно скорее, потому что... А хотя, знаешь, я тут подумал, а зачем нам булыжника так много? Нам же... Ну, да. Нам просто надо на тот остров. Да. Я упал случайно. Давай добывай землю, не прыгай, не прыгай. Добывай землю лучше. Как можно больше, Фласочка. Потому что нам надо просто перебраться. Ясно. Я, короче, когда-то не умел реально делать ферму булыжника, но потом научился. Дурёха! У тебя все выпало? Ты меня кинул! Нет, подожди. У тебя инвентарь пустой, потом скажешь? У меня всё выпало. Блин, ну Фласочка, ну ты облажалась! Из того, что у нас в сундуке было, у меня тоже выпало. А у тебя был обсидиан с собой? Да. И лава! Все, Фласочка, я ливаю, я ливаю все. Не хочу с тобой играть. До свидания. Да ты сам мне этот путь проломал. Тернистый путь, Фласочки. Давай добывай всю землю, чтобы не облажаться. А то ты меня должна теперь за это. Реально, вот надо же так облажаться. Ужас. Нет! Че нет? Ты меня сам сломал блок! Я? А, понял. Ладно, я облажался. Фласочка, иди сюда, все, пошли быстрее от этого острова. Подожди, а нам ресурсы нужны? А, все, вроде бы ничего не надо. Ладно, я по твоему пути пойду. Опа, все, мы... А мы свинью надо добыть нам. Ну потом, смотри. Кого сначала скрафтим? Давай доброго. А, как мы добудем мясо? Здесь еще какой-то автомат с... Это, короче, автомат с курицами. Ой, не ломай. Ой, кто меня бьет? Чё за черти? Ой-ой-ой. Мамочки, а почему они на меня теперь нападают? Ужас. И как нам с ними справляться? Смотри, они на том берегу прям стоят и ждут нас. Блин. Давай ожидать, когда они уйдут. Вот это папандос. Ну что, Фласочка, они свалили, как я понимаю, они туда в пещеру зашли. Господи, только сначала я добуду дерево, все, чтобы у нас было хотя бы чуть-чуть, а там мы так все потеряем. Ой, я уже добыл много. Еще одна штучка. Готово. Теперь... Ой, сорян. Ой, так, сундук есть. Все, идем, Фласочка, переходим на тот остров.
Я ужалил пчела Бафуру. Спавн поинт. И тебе флашечку тоже ставлю. Хорошо. Теперь мы можем спокойно здесь как бы делать. Только вот я хочу утро поставить. Так. Да, тут дождь мешает. Ой, это вечер. Не-не-не, вечер я не хочу. Вот так. А, это дождь мешает. Это все виноват. Короче, флашечка, смотри. Сначала добудем костную муку, где нам взять. Ночь нужна и сложно. А это что еще такое? Почему они? Клоуны? Фласочка. Откуда они вылезли вообще? Просто какой-то ужас. Блин, Фласочка, они меня атакуют. Все, надо их отвлекать, отвлекаем. Я их отвожу, короче, пусть они меня убьют. Только вот сначала я скину все эти вещи. Все. Давайте атакуйте меня. Фласочка, убегай, убегай, пока что не подходи близко. Или они уже наагрились на тебя, да. Так, на, получайте, засранцы. Стой, не скидывай их. Нет! У него важные оружки, ё-моё. Они сюда бегут, нет. Блин, они чё тупые. Господи, мы просто облажались с тобой, Фласочка. Я не знаю. Все пошло не по плану. Да вообще какой-то ужас. Там самый большой выпал, а у него крутые снаряжения могли были быть. Они разделились. Что нам теперь делать? Мы теперь дураки бомжи полные. Давай нас убьют вместе. Вот. Все, и не подходи потом. Не подходи. Все, тебя убили. Да. И они должны... Они не вернутся назад. Чего? Ладно, короче. Еще какой-то зомбак вышел. Нам надо поскорее уже хотя бы что-то сделать. Ой, а дерево куда делось? О, нет! Оно пропало. Тоже! А, ужас какой-то. Что вообще происходит? Почему у нас все не по плану идет? О, дерево выросло. На бедроке дерево выросло. Вот, добывай его и кирку сразу делай. Нам придется идти в эту пещеру. Ох, ужас. Да, это пещера какая-то. Куда мы будем ставить мостовых червей? Вот это поворот. Я боюсь. Вот так вот. Здесь кровь теперь, здесь кровь. Ой, там реальная кровь есть. Ой. Вау! А где инвентарь? А ты верстак открывай. И, короче, верстак. Здесь другой вид верстака, но здесь можно вот так вот пользоваться маленькими верстаками. Но при этом большой крафт мы будем совершать по-другому. Я тебе объясню потом, как. По две кирки сделаю, да? Ну да, одну кирку тебе, одну... Нет, одну кирку делай, одну. Ок. И теперь иди добывай камень. А нам надо как-то убить. Каменный камень. Я придумал! Флашечка, нам надо сейчас добыть... Ой, сделай, короче, каменную... это... А, нет, добыть два камня срочно. Вот здесь прямо, наверху. Быстрее, пока нас не спалили! Черт, они спалили нас! Кирка пропадет! Блин, он нас убил. Давай его убьем как-нибудь. Давай зажимаем его. Все, я его убью, Фасочка. Получай. Мне пока что нормально получается. Ой, какой он сильный! Мы его фиг убьем. Кстати, коровы здесь есть, что-то делают. Коровки. Ну блин, ну ё-моё. Нет, я упал! Нет! Я тоже упала! Я тебя случайно телепортировал! У нас все! Я не знаю! Ой, я его скинул. Я сейчас просто повешусь, я не знаю. Давай, добывай срочно! Мы сможем добыть камень? Нужно кирку опять делать. У тебя есть? Это полный облом. Ну я украл, стырил. Так, я, короче, пока что поставлю команду, чтобы нас это... Чтобы у нас инвентарь не пропадал, а то мы так будем облаживаться постоянно. У нас обломы постоянно. Вот, все, два камня добудь срочно. Добыла? Все. И делай деревянный... Ой, каменный меч. Мы пойдем убивать бандитов тех. Ок. Мой папа один? Был бандит. Он был убит. Да, один. Так, как меч делать? Ты шутишь? Ты шутишь? Палка, камень, камень. А, я не с той стороны поставила. Палка, 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 человечек. Палочка, 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 палка. Все готово. Давай, кто атаковать будет? Вот тех вот монстряк. Мужиков. Давай ты. Здорово, мужики. Ай! Давай пей его. Ты что, меч не взял? А у меня нету меча. Или ты два сделал? Они меня убили, а у меня все... Да ничего страшного, у нас вещи это сохраняются теперь. Нам о, нормально. Слава богу.
Давай, помогаю, помогаю, давай, наваливаемся просто. Давай, давай, пинаем их, бандитов чертовых. Не. Да. Ну, чё они такие сильные? Я не могу просто с ними... Я одного завалил! Всё, стволы есть! Бам! Лежал. Сколько у нас оружия! Я сразу хочу... А чё? Чё нам надо? А, сразу пойду коров... Ой, этих завалю, как их... Короче... Свинок. Для свиней, да. Да. Получай, свинья! А, свинья упала! За что? Вот хотя бы... Ой, мясо упало! Священное мясо! Мясо! Все, есть две штуки. У нас теперь свинины хватит навсегда. Далее, что нам надо? Это кожа. Это с коров падает, да? А сколько кожи? Надо 4-6 штук. Слышь, а с коров только пока мясо падает. Ты куда? Сзади есть корова. Ладно, они тут респавнятся, не парься. Все, Флашечка, они восстановились. Давай их мочить. Ой, бедный. Всё, ой, попадали. Сколько у тебя? У меня 4. У меня 4. Все, готово тогда. Давай, где ты? Вот, всё, держи. Вот тебе. Тут. Далее надо я косточки тут добыть. И железо. Железо это no problem. Вот кости как раз подъехали. Костная мука. Проблема. Ай, он меня застрелил. На! Оп! Не, готово. А всё, кости не выпали. А мне вот ничего не выпало. А мне ничего не подарили. Чёрт, а реально? Где кости? А! Идут! Насраться! Все, завалили. С них башки выпали, смотри. Так, все, у нас есть 3 башки. Ой, какая башка на тебе. На, держи. Пусть у тебя полежат. А для чего нам эти головы? Подожди. А-а-а, я понял. Подожди. Что ты понял? Факелы надо забрать. Вот сюда принесу. А, нам же эта шахта нужна. Короче, смотри, здесь вот можно добыть песок. Понятненько. Ладненько. Давай, добывай. Понятненько. Все добыл. Да. Нам надо сейчас и сушителя убить. Блин, нам еще железо нужно добыть. Железо надо добыть с помощью камня. Камень добывай, потом еще камень, потом еще камень, потом еще камень. Почему? Зачем? Зачем, почему? Я обосралась. От чего? Там зомбяк вылезает из воды. Давай добывай пока что. Так, все, я добыла. Делай каменную кирку, одну каменную кирку. И потом, сама знаешь что. А я пока что буду думать. Копать алмазы. Идем копать алмазы. Я пока посплю, алмазы. Пока Фашечка там работает. Ах ты лентяй. Ай, меня убивают. Это просто сосранец мне помешал спать. На. Что это за из камня вылезло? Бабочки, спасите. Это элементаль. Он злой. Золотой. Ладно, ты добыла железо и камень, чтобы печку сделать? Да. Нужны печки. А, кстати, когда открываем этот сундук, вылетают эти. Вау! Привет. У-ху! Так. Зачем ты сундук открываешь? Я перепутала сундук с... Так. Ой, здесь уже спавнятся монстры. Ага. Там еще засранец. Вот так вот. Как печку сделать? Эй, почему ни булыжника там не было? Так, можно добыть. Отстань, займусь. Достали эти зомби. Я ем. Чё все от меня хотят вообще? Автографы какие-то. А я хочу скелета. Всё. Спавнятся другие монстры. Печка сделана! Девочки, ставим железо. А уголь? А где я уголь если тебе? Если это шахта, то я в ней уголь. А угля тут нету. И что делать-то? А я не знаю. Сейчас будем думать. Флашечка, тебя атакуют! Ой, я что-то не заметила. Смотри, тут песок еще душ есть. Отпавнились тут всякие. О, Флашечка, иди сюда! Я тут уголь нашел.
Не тут. Вот тут. Одна штука, к сожалению. Надо еще осматриваться, может, еще где-то найдем. Вот тут, к примеру. Флашечка, тут есть еще 4. Нормик. Вау, круто. Норм. А скелетики будут? А, меня кто-то схватил! А, это этот чудик. На. А я испугался. О, кость выпала. Меня кто-то атакует. Ну все, варим кочерышки. Ой, кто это? 3 железа нам хватит. Ой, мамочки, что это за цыганский табор? Вот, короче, Фласточка, у нас есть все, чтобы скрафтить. Получается, на, держи. Железо есть. Ты поставила печку? А да, для призрака чё? А, призрака потом. Ты чё? Сначала надо суп с котом. Вот этого самого легкого, самого доброго. Так. Палка, человечек. Понятно, все понятно. Давай, Глен, Кобяков. Глен, Флат, бумага. Ой, девочки, не то поставила. А, железо я забыла взять. А я думаю, а что такое? Корова, привет. Привет. Корова-вирус. У нас тут... Ой, корова-вирус? Ничего себе. Ты что, не подходи? Вау! Сразишься коровой-вирусом. Классная штука. Почему она не скрафтилась? Так ее не надо, верстак. Кидай мне все вещи, я тебе покажу как. Я забыл объяснить. На. Подавись. Вот, смотри, Фласочка. Эй, кожу давай. Кожу. Я тебе дала. А, или не дала. А, нет, не дала. Смотри, это типа большой верстак, поняла? Фласочка, посмотри. Вот, смотри. Большой верстак. Тут вот эти ячейки есть. И вот в каждую ячейку надо закидывать, как верстак получается, знаешь? Ну, то есть, вот там вот кожа, да? Видишь, да? Вон там. Ну. Кожу внизу слева. Оп, кидаем одну. Вот сюда кидаем одну. Вот сюда. И вот сюда. Далее в середину кидаем мяско. Это такой супер большой верстак. Закинь последние вот эти 4 штуки в нужные ячейки. А, 3 штуки. А я железо закину вниз. Оп, закинул. Осталось только 3 костные муки. Только посмотри, не ошибись. А то крафт собьется. А где, в общем, выпадает этот камень? Какой камень? Ну, вот эта штука. Какая? Чтобы поставить мостового червя. А, ну она вот тут в сундуке появится, когда мы сделаем эту штуку. Так что вот сюда вот пихай костную муку. Так оно... А, оно у меня. Ты прям закидывай прям. Ну, я все, я последнюю закинул. И крафт сейчас совершится! Крафт готов! Открывай сундук. Приготовилась, класс. Так, ставь. Так, всё, ставим. Да, он добрый. Привет. Ой, какой милаш, малыш. Убегает, смотри. А, он упал! Дурак, он упал! Господи, это такие тупые создания. Смотри, он такой ленивец, он такой, отвали. Такой, все, ухожу из жизни. И зачем мы вообще его крафтили? Он тупой. Я ненавижу их уже. Не, нафиг это было нужно, скажи. Да вообще. А, меня издевают. Ну вот. Ладно, короче, следующего крафтим, я не знаю. Только надо теперь искать, где взять это самое. Косточки нужны. Кости нету, ничего. Я просто устал уже. Давай вот отсюда косточки вынем. Опа! Опа! Оп! Ну вот и достали мы косточки. Теперь. Вау, класс. Железо есть. Закидываем тогда наверх. Да. Вот сюда. И вот сюда. Далее. Вот сюда вот костную муку. Потом. Костную муку вниз. Лежит. Далее.
Нет, надо новые закидывать. Там это предметы, они в резервации. Далее вот сюда вот. Вот сюда. И кожа осталась. Кожа есть. Все, готов крафт. Осталось только ждать. Па-па-пам. Флашечка скрафтилась. Давай смотреть, что там. Давай. О, яйцо. Яйцо призыва, прикинь. Давай. Что-то новенькое. Тот же червь? Привет. Прикинь, он такой же тупой. О! Он шкуру свою поменял. Посмотри, какой он милый. Он снял шкуру? Подожди, дай посмотреть на него. А, он миленький. Так, только вот его фиг убьешь, он очень мощный. Ой-ой-ой, Флашечка, мы попали. Давай. Это полный папандос, он неубиваемый. Ты меня ударил. Ой, он меня убил. Черт, вообще. На, получай. Давай, уничтожай его. Мамки. Я его взрываю. Попал. Ой, ему вообще плевать. Что делать? Бежит! Фласочка! Фласочка, здесь какой-то монстр! А, все, мы его убили. Короче, поставка оружия, вот, держи. Я тебе чуть-чуть скинул. Здесь мы с тобой червь очень страшная морда, посмотри. Я не успела оружие поменять. У него морда страшная. Я его скинул снова, изи. Лол. Ай, Флашечка, он прямо в этой тюряге сидит. Как она называется-то? Кстати, написано его название. Ба-бам, в пещере. Стоп, я уничтожил наш верстак. Ладно, починим потом. Ой, ё-моё. Он меня просто берет и скидывает. Да, давай его уничтожать. Все, почти уничтожил. Флашечка, чуть-чуть осталось. Давай в пещере убивать. Ну, короче, пещеру забили. Все, мы его убили, есть. Так, давай последнего крафтить. Снимай у себя с башки эту чушь. Снимай с башки эту хрень. Так, нам нужны косточки, получается. Еще надо красить. Чушь собачья. Да, чушь полная. Так, Флашечка, смотри, что делаем. Что мы делаем? Раз, два, три. Раз, два, три. Этого монстра нам надо уничтожить. Да. Подожди, он сейчас это взорвется. Отходим! Он сейчас взорвется. Бам-бам! Вот он летает. Он курину! Ау, курочка! Вау! Видела? Да. Так, все. Я всю куриную ферму разбираю. Блин, у меня оружие. А я выпал. У тебя есть оружки? Да, еще есть. Так, ладно, попытаемся его выпилить. Он, в принципе, не такой уж и сложный. Его легко убить. Ракеты главное взять. Ба-бам! Вау, все. Все, почти уничтожили. Осталось. Все, убили! А, вот она, звезда. Все готово. О, вот она. Так, с кучей курочек погибло. Я же инвентарь ничего не нашел, господи. Так, чуть-чуть осталось, чтобы его скрафтить. Здесь есть перышки, я их забираю. Звездочки Флашечка забрала. Получается, черный краситель надо. А черный краситель надо взять оттуда. Здесь он есть. Его тут достаточно, чтобы пофармить. Па-бам! Эй, давайте мне! Все, готово. 6 штук. Достаточно. Теперь Флашечка, ты тут. Добыл? Да, добыл. Да. Надо починить эту штуку. Давай. Блин, да. Давай сейчас починим. Подожди, только я сделаю. Ой, серый краситель. А как сделать белый? А, вот светло-серый краситель. Получается, он вот так делается. Нашел. Готово. Ну что, Флашечка, давай скрафтим уже этого червячка призрачного. Ой, какой же он все-таки. У него улыбка такая жуткая. Ля. Вау. Он ничего такой. Мне нравится. Вот, короче, я закидываю вот сюда вот эту штуку. Далее перышко. Мы как бабушки старые готовим очень страшные зелья. Далее вот сюда. Баба-яга. Все, готово, Флашечка. Проверяй сундук. Есть там что-нибудь? Есть. Призрачный мостовой червь. Я его забираю. И ставим. Воу! Заходим в пещеру. Заводим его туда. Ай, он слишком сильный. Ой! Тихо. Он сейчас упадет. Меня просто убивает лёд. Меня тоже. Давай уничтожать его. Ба-ба-ба-бам. Короче, здесь надо большую артиллерию, нам надо взрывать его как-то, не знаю. Он очень сильный. Ой, он сейчас упадет. А что он за...
Подожди, давай его отведем к нам. Он не должен упасть! Ну ё-моё, он упал. Он умер. Ну ладно, не мощный, они возвращаются, я уверен. Фласочка. Тут страшная весть. Ой, это он в пещере засел. Червь. Реально. Так, я его закидываю гранатами. А, это что такое? Стоп. Что мамочки! Это? Мамочки. А это еще что такое, не понял? Это пранк. Нас пранкует, наверное. Пранк песни какой-то, реально. Да, пранк алфавит. Откуда их столько? Блин, я упала. Короче, я мирную ставлю, чтобы они не мешали. Давай убивать именно его. Это ужас, реально. Ай! Извини. Ой, а что тебя убило? Призрачные мы с тобой черпи. А, это он убил. Понял. Так, ладно, я его взрываю. Надеюсь, у меня все получится. Пожелай мне удачи. Пожелай мне удачи. Мне удачи в бою. Пожелай мне удачи. Ай! Он очень далеко кусается. Профессионал. Короче, Фласочка, завозим сейчас миниганчики, когда все потратим. А, у меня все потратилось. На дробовик. Ладно, а, нет, нет, у меня еще осталось 2 оружия. А я пошел мутить. Нет, у меня 3 оружия, 4 осталось. А, давай его попытайся уничтожить, может у тебя что-то получится. Хотя я на самом деле не уверен. Он слишком... Ял меня убил. О, он тебя еще и убил, ё-моё. Это ужас какой-то ходячий. Ему, знаешь, я попытаюсь его как-то приманить. Так, получай, получай, получай. Надеюсь, что мы выживем. А, он меня съел. Я не понимаю, как против этого сражаться. О, я убила. Серьезно? Что с него выпало? Смотри, с него какие-то эти. Какие-то... штуки. Как называются? Воздушный элемент. Их дорого продать можно. Мы богачи. Фласочка, мы богаты. Спасибо тебе за просмотр. Мы посмотрели все крафты мостовых червячков. И это был Найсик Бро и... и Фласочка. Обязательно подписывайся на ее канал, на мой канал. Смотри наши предыдущие ролики, ставь на них лайки. И на этот поставь обязательно. Ой, черт, до Нового года 5 минут. И также не теряй. Все, пока.